Привет! С вами я и Хасырын, МС Промах Матвей и наш друг Арсений. И сегодня у нас челлендж «Саня, ты!». На его канале скоро выйдет ровно такое же видео, только ставим, кто Саня. Он будет давать денежки. Да, точнее 100 рублей. Точнее 100 рублей. Но на моем канале вы скоро тоже увидите видео, где будут челленджи с подписчиками, где я раздам денежки одному победителю. И еще подписывайтесь на канал Foxit на ютубе. Фоксер. Ладно, пойдемте подходить к челикам. И тогда уже, если он Саня, если он нам докажет, то мы ему даем пятюню. И подписываемся на его канал в любой соцсети. У него плюс 3 подписчика, если он реально Саня. Так что, почему у нас сегодня без денег? Потому что деньги на другой челлендж готовлю. Вон там, там какой-то дядя, пойдемте у него спросим. Там какой-то дядя. Вон там какие-то мальчик и девочка, а прикиньте, если один из нас как бы будет Саня. Здравствуйте, я ютубер и Хасырын, и как тебя зовут? Ты Саня? Ты Саша? Ты Саша? Нет. А он? Нет. Ладно, если бы вы были Сашей, мы бы вам подписались на ваши каналы в любой соцсети. Вы в соцсетях вообще снимаете что-нибудь? Да. В какой? Нет. Ну, я бы подписался, если бы вы Сашей были, но вы, к сожалению, не Саша. Ладно, до свидания. До свидания. Здравствуйте, как вас зовут? Вас зовут Саша? Нет. Хорошо, тогда спасибо за участие в видео. Спасибо. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Пожалуйста, пожалуйста, до свидания. До свидания, удачи. Так, всем привет, кенты. Ну, привет уже который раз. Нас покинул Промах. Теперь мы вдвоем с Арсением. Печалька, ну ладно. Подписывайтесь на канал Матвея, подписывайтесь на канал Арсения. Ссылочки, конечно же, в описании. Сейчас мы будем искать Саню. Здравствуйте. Мы ютуберы. Вы на ютубе. У вас аккаунты есть? Рекомендую. А у тебя есть аккаунт на ютуб? Как тебя зовут? Саня? Тебя Саша зовут? Тебя Саша? А тебя Саша зовут? Угадай. Саша. Тебя Саша. Нет, ну мы, короче, снимаем чильно с Саша ты. Если бы ты сказал, что ты Саша, мы бы подписались на 10 твоих аккаунтов в абсолютно любых соцсетях. Например, там один в Инстаграм. Например, в Инстаграме там могли подписаться на все твои каналы. Ну, в ТикТоке, Твиттере, всяких таких, если бы ты был Саша. Ну что, а давай... Арсений тоже ушел. Печально. Ссылочка в описании. И... Господи, рыбы воняют, нашу. Ну а если ты любишь рыбу, ставь лайк. Если не любишь, тоже ставь. Пиши, короче, в комменты, что ты любишь рыбку или нет. Я почитаю и лайкну, если ты реально напишешь про свою рыбку. Так. Вот. Вот я, короче, это видео закончится, когда я найду Сашу. Какого-то Сашу. Короче, когда найду, тогда это видео закончится. Там какие-то школьники идут. Да ладно! Люди. Привет. Тебя зовут Саша? Нет, Ярик. А тебя Саша? Нет, его Артём. Короче, я снимаю челлендж. Если бы вы были Сашем, то я бы вам дал денег. Мальчик, стой. Можешь на секунду? Ты где, в Маке? Тебя Саша зовут? Нет. Окей, спасибо. Где
Где Саша? Стой. Тебя Саша зовут? Нет. Спасибо. Мальчик, я на YouTube видео записываю. Тебя зовут Саша? Мальчик, пожалуйста, ответь. Я тебе 100 рублей дам, если скажешь. Ты Саша? 100 рублей, а? Как докажешь? Докажи, что ты Саша. Если ты реально Саша, я тебе дам 100 рублей. Телефон есть с собой? Есть. А у тебя iPhone? Нет. Android хорошо, достань, пожалуйста. Сейчас, я, чтобы доказать, что ты Саша. Ты Саша? Да. Ладно, я тебе дам 100 рублей, держи, смотри. Как хочешь. Я бы ему все равно не дал 100 рублей, я бы убежал. Ну, все видео испортил, пацан. Ладно, пока. Он мне